Александър Тарханов е до мен заедно със своя асистент Мартин Кушев. Помолихме Мартин Кушев да асистира и при превода от руски. Първа победа за Слави под ръководството на този тандем. Първо, честито за този успех. И мнението ви за мача беше труден, но отново тактическо надиграване, така както и предишните два добоя, но сега го спечелихте. Това тежела игра тактически очень, но сейчас выиграли. Ну, тяжелая игра была, я согласен. Много борьбы было. Много нарушений было. Вот. Ну, мы, в принципе, достаточно в обороне хорошо играли. Ну и плюс у нас вратарь здорово сегодня сыграл. Ну, защита несколько раз добра, плюс Георгий Петков Дух нас выручил хорошо. У нас тоже был момент при счете 1-0, мог Димитров забить гол. Мощи да вкара гол и да реши матч. Казахте след предишен двубой, че ви притеснява припринуста в атака, в нападение. Можем да кажем, че и днес тя беше на лице. Действително, що в атаке търпим се. Да, да, есть спешка. Честно говоря, если я рад победе, конечно, вот. Игре я не очень доволен. Победата от играта не е толкова. Две игры с Варной и Бюрой у нас было по качеству намного. С Варной и с Бюрой играхме по-добре. Като цяло, като игра. Мы много моментов создавали, и ходы хорошие были. Сегодня как-то так, может, выездная игра тоже немножко закрепостила их, и, может быть, боялись пропустить. Может быть, че играхме като гости, да. И имаше такое напряжение в футбол. Ну, такого, несколько эпизодов было, когда правильно сыграли, а так, в основном, была борьба. Много, повече борба имаше, отколкото футбол на терена. Здесь противник наш владел инициативой, что в концовке за счет контроля, но тоже академично играли немножко они. Вот, не было такой агрессии. Повече притежаваше топката, особено на края, но нямаха и такива някакви, нали, 100% положения, които да кажем, че си ги изиграли така. По интересен начин започнахте двубоя отново с нов човек в атака, Сердер Сердеров. Така ли ще продължавате и занапред да ротирате местата на състезателите в предни позиции? Сейчас в атаке, в той игре на фланге. Но мы меняем, у нас нет чисто нападающего, поэтому мы меняем то Димитрова, то Сердерова. За сега нямаме такъв чист таран нападател и затова така правим такива ротации. Предстои ви почивка сега, пропускате следващия кръг, как ще използвате тези дни, които предстоят? Сейчас не будет игра с Литексом, а как будет программа? Ну, мы будем завтра восстановление сделаем, 2 дня дадим отдых и 7 числа с понедельника начнем работать. Утре ще имаме възстановителна тренировка, после 2 дена почивка и от понеделник почваме се готвим за Разград. Спасибо и удача, благодаря и на Мартин Кушев също. Чухте какво имаше да каже след първата си победа в България Александър Тарханов. Благодарен се, разбира се, и за превода на Мартин Кушев.